Впервые за целых 13 лет в стенах Московского училища Олимпийского резерва номер 1 состоялось открытое первенство по стрельбе из лука. В течение 2 дней соревновались мальчишки и девчонки, юноши и девушки постарше, воспитанники училища и юные спортсмены из других школ. Стреляли с удовольствием и азартом, и никто не ушел с пустыми руками. Победителям и призерам – медали, а всем остальным обязательно призы и сувениры от организаторов соревнований. В 1995 году, это примерно на 15 лет раньше, чем мы родились, открылось отделение стрельбы из лука на территории нашего училища. И с тех пор здесь было воспитано огромное количество чемпионов Европы, мира и различных крутых-крутых спортсменов. Ответственный за возрождение славной традиции училища руководитель отделения стрельбы из лука Илья Сысоев. Он вспомнил, что когда открытое первенство проводилось в последний раз, он был его участником, едва ли не самым маленьким. Да, и, наверное, ни одного. Я, если честно, конечно, не помню, как я там стрелял именно на первенстве МУР, но, скорее всего, я всех порвал. После того, как ты занимаешься с малышами и проводишь с ними соревнования, ты действительно с гордостью можешь назвать себя тренер. Это время мы возобновили, так скажем, традицию. Надеюсь, что ежегодно будем его проводить. Потому что самое основное – это непосредственно дети младших возрастов 10, 11, 12 лет, из которых в дальнейшем будем выращивать чемпионов.